Всем привет! С вами Комиксмен. И сегодня я продолжаю показывать свою коллекцию банок. И сегодня я покажу коллекцию банок Миринда плюс Iron Brew. Вот такой маленькой коробочке. Сегодня будет меньше баночек, чем обычно, но ничего. Вот. Какие красочные. Сейчас все покажу и расскажу детально об этой коллекции. А начну я с самой классической баночки Mirinda. Вот такая вот она. Красивая. Со вкусом апельсина. Такими волнами газировки, можно так сказать. Вот такая вот она красочная. Красивенькая. Ну и вроде из Америки. Вот так вот она выглядит. Красивенькая. Мне нравится, как она выглядит. Прикольно. А вот это уже вторая баночка в этой коллекции Mirinda. Вот такая она. Красочная. Из Азии. Тоже очень классно выглядит, но менее красочная, чем предыдущая. Ну, тоже такая волна. Дольки апельсина. Вот такая вот здесь вот дырочка. Но предыдущая была более красочной. Уже вот третья баночка в этой коллекции. Такая с кляксами. С лимончиком. Она вроде из Ирана. Вот так она выглядит. Мне даже прикольно. Мне даже нравится, как она выглядит. Такая с кляксами. Такими. С горошинками. Это уже вот третья баночка в этой коллекции. Она такая с кляксами. Мне очень нравится. Она из Ирана. Ну, производство Иран. Так она выглядит. Мне очень нравится. Мне даже очень нравится, как она выглядит. Такая с кляксами. Прикольно. Ну... А это уже четвертая. Она такая вытянутая. Ну, тоже со вкусом апельсина, как и предыдущие три. Она русского производства. Вот такая вот баночка. Мне повезло, что я ее успел ухватить. Такая она тоже красочная. Похожа, как на первую, только вытянутая. Тоже с волнами. Будем их так называть. Вот такая вот. Со вкусом апельсина. Пятая баночка. Со вкусом клубники и личи. Очень был прикольный вкус. Я тоже повезло, что я успел ее забрать. Тоже русского производства. Вот так вот она выглядит. Такая розово-красных оттенках. Мне очень нравится. Ну, еще вот с темно-зелененьким. Очень крутые сочетания цветов. Мне нравятся. Вот так она выглядит. Последняя баночка коллекции Mirinda. Так она выглядит. Со вкусом черники. Очень крутые сочетания цветов. Очень крутые, да, сочетания цветов. Тут и такой желтый, такой мягко-желтый с темно-фиолетовым, мягко-фиолетовым. Очень вообще мне нравятся такие сочетания цветов. Вообще красотень. Из Польши. Баночка из Польши. Мне очень нравится ее сочетание цветов вообще. Темно-зеленый, этот желтый, темно-фиолетовый, фиолетовый. Вообще офигенное сочетание цветов. Мне очень нравится. Остается еще две баночки. И это Iron Brew. Не особо популярная газировка, потому что у нее достаточно такой нейтральный вкус. По вкусу она, знаете, вот когда есть такие таблетки шипучие, когда их в воде растворяешь, они такие со вкусом лимона. Вот они вот такие же, только еще с сахарозаменителем. Вообще гадость какая-то. Мне не особо понравилось. Достаточно был ужасный вкус.
банка такая красивенькая, но вкус на любителя, можно так сказать. Мне не особо понравилось. А вот это вот последняя баночка в этой, в этом видео. Iron Brew со вкусом мороженого. Вот это вот вкус намного вкуснее, чем предыдущий. Ну, мороженое спасает эту газировку, но тоже вкус на любителя. Оно такое в стиле рожка. Мне очень понравилось. Ну, как сказать, смотря что вы предпочитаете. Ну, мне, как сказать, мне и понравилось, и не понравилось. Вот так вот. Нейтральный вкус. Ну, тоже сказать, на любителя. Не каждому это понравится, но мне понравилось. Ну, это последняя баночка на сегодня. Ну, если вам понравилось, можете поставить там лайк. Ну, что хотите, то и делайте. Ну, а на этом пока что все. Ну, в скором времени еще сделаю несколько видео. А на этом пока все. Всем спасибо, всем пока.